Вся самолет над тайгою летит. У окошка японец сидит и глядит. И может, не может понять самурай. Это что за огромный неведомый край? Удивленно таращит японец глаза. Как же так, три часа, все леса да леса. Белоснежным платком трет с обидой окно. Я смотрю, мне смешно, а ему не смешно. Самурай, самурай, задевал облака. Он сказал, что в Японии нет молока, что в Японии нет ни лугов, ни лесов, и что нет где пасти ни овец, ни коров. Эдуард Ханок. Эдуард Семенович Ханок.